have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Я только сейчас заметил, что у нас есть индикатор дня и ночи. Также можно попробовать кувыркнуться на вот этот балкон. Доллар я заберу, спасибо. О, тут прям это лизня-лизня-пилой было, да? Долларовая монетка, конечно, конечно, украсть. Меня же никто не видит, вы чё? Когда это нас останавливало? Если можно лутаться, так нужно ж лутаться, вы чё? Ой, тут какие-то шмоточки. Пусто. Кровать чем-то, ну не чем-то, понятно, что кровью засрана, но все равно. Так, тут я был. Тут я был. Я буду оставлять двери открытыми, чтобы понять, где я был, где не был. Стул, на котором можно преступно посидеть. Шарфик. Обкровавленная кровать. Что желаешь? Кровавую Мэри, блин. Ай, чувак, извини, вырвалось. Так, 3 доллара. Извини, я заберу. Жаль, нельзя чуть-чуть ближе. Это. Так, стул поставить прямо. Если я ему помогу, не? Эй, что? Мы верили в тебя? Минуточку, в смысле? Так, газета. Ну-ка. Дрожащий рудник в страхе перед горными... Нереидами, чтоб тебя. Дрожащий рудник ужасает своими новостями. Все, за 3 дня до написания этой заметки местные шахтеры обнаружили гнездо горных нереидов в общем... в одной из глубочайших шахт. Эти известия были доставлены по реле, поэтому в настоящее время у нас, к сожалению, нет информации о том, смогли рабочие решить проблему. Возможно, шахту уже не спасти. А как дальше? Это один из... я не могу тут пролистать? Или могу? А, могу, могу. Владелец печально известного дома фонарей пропал. Недавно нам сообщили, что владелец дома фонарей этого прибежище порока недалеко от пропитанного вином городка Сидор Флетс пропал без вести несколько дней назад. Неизвестно, настиг ли его один из подельщиков или какая-то более зловещая сила. Как и всегда, призываем наших читателей остерегаться греха, чтобы сохранить свою праведность и духовность. Чуть какая-то... Ясно, газета духовная. Золотодобывающая компания «Стервятники» приобретает долю в медной шахте. Золотодобывающая, какое же классное слово, компания «Стервятники», известная всему Западу своими стремлениями разыскать и добыть все, что скрывает горные недры, сообщила об очередном приобретении растущей империи. Шахта Большого Ущелья. Приглашаются опытные... десятники, шахтеры, инженеры и иные сотрудники. Я на секунду подумал, зачем им десантники, но потом понял, что это не они. Фух, почитали. Надо бы, наверное, больше общаться с людьми, а то я как-то все грабежую, да грабежую. Да преступно на стульчиках сижу. Полки. Шлак. Не пойман, не вор. Каждый сам за себя. Ну, нормально, в город пришли, их тут всех по... Я все сожру. Всех тут поубивали, всех тут это. Я такой пришел еще и... прям как в анекдоте про загадочную женщину. Потом еще приходит догадливая. Так, поговорить. Так, мы в тебя верили. Врываемся. Хлебушек с трупа сожрем. Обязательно. Ой, тут дождь. Деньги. Денег я сейчас наберу. Неплохо сейчас, мне кажется. Пустая колба. Зачем мне пустая? Так, дружище. Джошуа Ортис. Кстати, у этого лицо есть. Давайте я его закопаю. Могла бы их остановить. Могла бы что-то сделать. Все, на тебе могилу. Вперед. Так. Это я заберу. Что? Брось. Фу. Мисс Груша.
Сара Кинг. А что произошло? Я что, кого-то разозлил своими обыскать? Это вот, это вход сейчас, да. Это вот мы отсюда зашли, мне... Я могу... Что-то они бегают так переполошно. А в этих домах мы еще не были. Давайте посмотрим, можно ли. Зачем мне кувшин нести? Я буду нести добро и вечное. Так, окно. Там решетка. Я просто вломился. Да встань ты, пожалуйста. Туалет использовать. Ух. Я лучше вот так сделаю. Интересно, сколько мы там можем просидеть? Кстати, туалет без крыши. Ну блин, если в доме есть... Здрасте. Никогда бы не подумал, что снова увижу тебя в снаряжении. Никогда бы не подумал, что к тебе кто-то прилетит через окно, да? Беверли Янг. Так, а как мне теперь... Двери закрыты, но если я к людям вламываюсь через окно, то их это не смущает обычно, да? Сюда я пока никак не попаду, возможно, через крышу. Не надо, не надо. Вы мне такие сначала, на, чувак, смотри, тут есть секреты. Потом, не, чувак, ты сюда не попадешь. Уж нет, я попаду. Тут могилы. Сюда можно зайти. А это какой-то музей, не музей. Чернильное перо. Давайте. Много, не мало. Дайте мне какое-нибудь ружье. Дайте мне понять, что, как стрелять. Ружейные пули, кстати. Динамит. Между прочим. Дробаш пули. Офигеть. Я мог это мимо пройти. По опыту Fallout, серьезно, ты заходишь куда-то, если где-то что-то есть, обязательно это облутай. Мешок с зерном. Который я кидаю, и он летит. Он падает, как мешок с зерном. И да. Так, это у нас... А что это за место? Инструкция по врачеванию. Что сегодня у нас с дикцией? Итак, современный справочник травника, лечение бородавок, воспалений и прочих недугов. Укус гадюки. Удивительный способ избавиться от яда при помощи пернатых. Добудьте живого петуха, а затем приложите к укусу его испражнение и оставьте на некоторое время. Это вытянет яд. Хороший план. Надежный, как швейцарские часы, блин. А, сигареты, фу, какая гадость. Никогда этого не берите, ребят. Я взял только для того, чтобы продать. Кукурузный хлебушек. Винт. XYZC. А, XYZ. А почему? А, это V. И, я понял. ZXCV. Это вот эти четыре кнопки. А вот эти четыре кнопки у меня отвечают за вот все. Все. Я... А как мне, блин, с револьвера на нож переключиться быстро? Я так и не посмотрел. Я молодец, я знаю. Так, тут ничего. Тут молоток потом продадим. Ржавая коровка. Коровка для обеда. Здравствуйте, тавтологии. Так, ключ от кабинета рвача. Которого врача. Врача, врача, срочно врача. А тут это ванная. Ага, ага, оно все тут по запироту от кабинета врача. А кстати, а стол? А стол обыскать нельзя было там? А, спасите. Дэвид Нельсон, так. Вылечить? Давай. Офигенно, я потратил свой же бинт, но ладно. Спальный мешок еще один получил. Они будут тратиться? Стой. Сколько крови. А где спасибо? А где награда? Блин, я свой собственный, блин, личный сумка доктора бинт потратил. Ну, вон у меня, конечно, есть.
Это меня просто научили, что я могу лечить других пустые колбы. Так, дружище, хлебушка, дай мне. Да, зачем я каждый раз эскейп нажимаю? Вяленое мясо. Уже не твое ли собственное, да? Мешок с зерном. Фирма веников не вяжет, фирма делает гробы. Насос для воды используется. Я понял, можно пить, упиться просто. Здесь я был. Я начинаю понемножечку путаться. Да, у меня есть карта, но... А это, кстати, оружейный магазин. Поэтому здесь было столько патронов. Понято, принято. Чё по могилам? О, я заберу. Чебуреческий череп, $2. Тоже заберу. Онвей. Я уж думал, что никогда больше не увижу тебя в форме охотницы за головами. Репутация, да. Да. Если вас поймают на совершении преступлений, например, воровство, проникновение на чужую территорию или убийство невинных, ваша репутация на Западе упадет. Местный шериф и их помощники следят за порядком в городе. Если у вас плохая репутация, могут вас арестовать или назначить за вас награду для охотников за головами. У ваших компаньонов свои собственные представления о морали. Они могут покинуть отряд. Оберег заземления существенно повышает устойчивость к электричеству. Кирка, кстати, которой у меня так и нету. А где мне лопата сломалась? Каждый раз, когда вы копаете что-то лопатой или киркой, их прочность уменьшается, когда прочность упадет на лес. Лен. К такому же меня не готовила. Хорошо. Так, инвентарь. Офигеть, сколько у меня всего. Так, сломанная лопата. Ну, можно продать в магазине за $2. Мне бы добраться уже до этого магазина, наконец-то. А то всего столько могу продать. Так. Использовать. Угу. Я более-менее понял. Вон шериф. Ну, кто ж знал, что раскопка могилы перед человеком, который не плачет, будет считаться... Ну, ладно, я знал. Я знал, я отвратительный человек. Хорошо, принято. Свечи зажечь. Церковь сжечь. Так, пустые останки. Шкафчик пусто. Кровать. Самое время поспать. Откровение пастуха Гавана. Я чуть по-другому прочитал, ну ладно. В тот день, когда после зимы начал таять снег, Гаван отправился в поля к своему стаду, и увидел он, что лучший баран его мертв, но лучшая овца его окатилась. А применимо ли слово «окатилась» к овце? Ладно. И заговорили с ним духи Ев и Нун. И говорили они о переменах и о мире, и о череде онных. И дал он слово донести их откровения до людей, дабы научились они справляться с переменами и процветать в мире. О, как... Здрасте. Очень интересно у вас тут. Веревка, естественно, забрать. Грязная ткань. Фу, гадость, сигареты никогда не берите это. Что-то тут прям... душненько. Позолоченный рог. Свечки. Резной сундук. Серебряный самородок. Ёпара сатэ. 9 штук можно расплавить в кузнице или получить медное оружие, до... улучшить медное оружие для серебряного. Ну и, собственно, доллары. Мне кажется, вот это ни разу не стенка. Там за ней что-то есть. Ох, как
такое местечко-то? Интересное. Да и звуки как-то аж прям тоже немножечко навевают. Книжечка. Писание. Откровение пастуха Гавана уже прочитано, ясно. Это повторно, видимо, я подобрал. Угу. А вы говорите, иди сразу туда, иди... Ладно, вы ничего не говорите. Но обычно я знаю, просто есть люди, которые... Да, чё ты это... Это, знаете, у меня сейчас появилось такое ощущение, как будто я нашел... Хлебушки я заберу. Блин. Хотел быстро сказать, и вылетело из головы. Диско Элизиум. То есть у меня четкое ощущение, что я сейчас играю что-то подобное с просто миллиардом загадок. Ага. Я же говорил, что через крышу где-то куда-то можно попасть. Вот видите? Так, шериф у нас здесь. Скорее всего, ей накаркали то, что... Джейн, хвала, вот и здесь. Так, я заберу. Надо будет все продать куда-то. Погоди, может тебе... Эми Купер. Джейн, мой муж Хорхе, он кузнец. Бандиты его забрали. Как же он кричал, мне было не под силу что-либо сделать. Вижу, ты снова одета, как охотница за головами. Никогда бы не подумал, что еще раз тебя так увижу. Собираешься их выследить? Почему не помогать? Сайт-квест, как-никак. Сказать, что да? Ваш муж тоже у них. Значит, ты до них доберешься. Если Хорхе... Если встретишь его, позаботься, чтобы он добрался домой невредимым. Я что угодно за это отдам. Даже... О, например, пистолет. Тебе же для работы нужно хорошее оружие, да? Пожалуйста. Согласиться. Ты всегда была для всех нас примером. Думаю, его заперли вместе с остальными. Если он тебя заметит, то наверняка закричит. Так что держи ухо востро. У меня за душой только пистолет. Но если вернешь пропавшего домой, дам его тебе, не думая. Когда мир стал таким злым? Отдай мне пистолет сейчас, пожалуйста. Мне будет проще возвращать твоего Хорхе. Я понимаю, что типа... Тогда мне смысла не будет его возвращать. Ладно. Опа. Письмо полное любви. Твое желание для меня законно. Ради малейшей надежды на твою взаимность я босиком пройду по болоту свиноедов. Я отправлюсь в самое сердце Эль-Кастильо, чтобы принести тебе редчайшие пустынные цветы. Прошу тебя, сердце мое, умоляю, подай мне знак своей любви. Эль-Кастильо — это замок. Переводится как замок, но, возможно, здесь это что-то другое. Открытая дверь. Заберем. Погасить. Оп, пусто. Моя твоя понимать. Так, а ты у нас... А ты кто? Куда? А, это минуточку, тот чувак, которого я на кладбище спугнул. А, да. Ну, бывает, не обижайся, чел. Ну, выкопал могилу. Ну, чё ж тут? Ну, я ж могу с чучелом-то посаз... Ребят. Да какая лейка? Я могу выпить всю бочку. Мне вообще с этого ничего не будет. Не зацепись! Хорошо. Мне кажется, мы тут обшарили абсолютно все. В смысле на 5 дней осталось? Это на время. Ах вы ж. Ах тебя ж. Так, почтовый ящик. Ботстак, ежемесячник. Доступны новые модели. Если... А, чтобы совершить покупку, отправьте заказ по почте или с помощью реле в ближайший отдел релеографа. Гарантируем надежную доставку. Патроны прилагаются. Э,
Шторм, свидетель, как же я рада, что ты снова при оружии. Тихая жизнь на ферме всем ты... все-таки совсем не твое. Ну давай пощекочем этому бандиту нервишки. А уж случайно не... Ладно. Если быстро расскажешь все, что нам нужно, мы тебе только пару пальцев сломаем. Зад еще будет чем почесать. Раньше оружием торговали, а не людей воровали. Что изменилось? Сама мне зад языком почешешь. Ничего я вам не скажу. Понимаешь, родной, когда у тебя так поджилки трясутся, выходит совсем неубедительно. Вот ты ему веришь, подруга? За вранье тебя ждет наказание. Этот самый. Попросить рассказать вежливо, пригрозить. Угроза это вообще такое себе. Нужно просить вежливо или ломать мизинец. Ах ты, бешеная, ничего я не скажу. Он меня убьет. Сломать безымянный. Ладно, ладно, новый босс. Этот Шелби Кросс. Шелби Кросс? Шторм всемогущий. Он же не человек, он сирена. Эти твари, они похожи на людей, но едят их. Я много лет пытаюсь выследить Кросса, и вот этот вонючий каннибал сам идет... Все-таки каннибал? Неужели мои предположения с прошлой серии были верны? И куда же Кросс отправится, а? Джейн хочет знать, где искать мужа. Тебя тоже сожрут, псина! Эх. Ладно, я расскажу. Они в лагере встречаются 5 часов на северо-восток в сторону долины Офертон или Афертон. Ев вас побери. Не будем терять времени. Идем по горячим следам. Я тебе свистну по реле, если что-то узнаю. Мне нужно быть здесь и защищать город. Покажи в этом лагере покажи в этом лагере стоячие воды, что такое потоп. Ладушки? А ладушки. Выходит, вашего мужа забрали сирены, людоеды. Нужно добраться в лагерь стоячей воды, пока они все еще кровь с вашего мужа не выпили. Вот эту газеточку можно, пожалуйста? Дрожащий рудник в страхе перед горными нереидами. Так, а это мы... Это мы читали. Сундук. Ну нет, но я не буду красть перед шерифом, но это же хамство. А где бы мне... Упс. Помыли пол. Поспать преступно здесь. Здесь нельзя спать. Даже сидеть здесь нельзя. Я могу... А не могу, ладно. Пойду-ка я посмотрю. Наверное, в смысле 4... 4 дня? Вы чё? 4 дня? Куда время-то идет? Стойте, я еще не налутался. Так, стоп, обыскать. Да ну эту шпору... Дайте что-то интересное. Вилка и консервная банка. Супер. Мечта любого грабителя. О! Это я заберу. Шлак. Давай тоже. Все. Я поехал, видимо. А лошадь предусмотрена, не? А, ну тут же перемещение по локациям другое. 4 дня... Ну, пожалуй, все. Мне бы, я думаю, в этот лагерь стоячей воды. Бродячие торговцы. Вы заметили, вагончик торговцев становится, чтобы разбить лагерь. Да. Торговец. Как раз хотел спросить, где торговец. Все так же 4 дня осталось. День второй. Поговорите с боссом. Вот ты торговец? Да. Всякие разные штучки и дрючки в наличии, только взгляни. Посмотреть, да? Давайте. Итак. Вино нафиг. Пиво нафиг. Пиво. Вино нафиг. Так, кукуруза, картошка. Это все приготовлю. Так, грабли, гвозди. Шпоры. Ну, 2 бакса тут, 2 бакса там. Я не против. Кость, на, забери. Они все равно ниже уроном. Грязная ткань.
банки. Я еще не знаю, возможно, нужно для крафта, нет. Погоди, продать мусор? То есть, патроны, все, что нужно, у нас здесь. Мы это не продадим. Кирку оставлю, веревку оставлю. Забраться на высокую или скалистую... Спуститься в колодец. Ни один уважающий себя путешественник без нее. Да, согласен. Отмычка. У-у-у. Купить за 10 баксов? Да, давайте. Я возьму даже 2. И, возможно... Еще один бинт прикуплю. Где мои деньги? 132 доллара. Мне нормально. Я прям все. Мне хорошо. Где у вас граница карты? Поехали дальше. Лунная река, кстати, появилась. Лунная река. У меня патронов не так много. Что-то я туплю. У меня патронов не так много. Каньон. Жми правее, чтобы прыгнуть, забраться. Моя твоя понимать. Так, у меня 3 барабана. Блин, я нажал на С, чтобы присесть. Инвентарь. А... Введение врагов из строя. Если вы застали врага врасплох, нажмите и удерживайте в радиусе атаки ближнего боя, чтобы вывести врага из строя. Ничего не подозревающие враги также получат больше урона от любого оружия. О, револьвер. Разбор... разбор? Оружие дальнего боя. У вас уже есть оружие этой категории. Вы можете перепродать лишнее оружие в любое оружие на лавке. Если вам нужны пули или материалы, можно разобрать оружие дальнего боя в инвентаре. Это даст вам шанс получить пули из магазина. Если вам повезет, вы также получите расходники, например, медные, серебряные или золотые самородки. В зависимости от оружия... Забери, пожалуйста. Ага. Жалко, что я не могу готовить... Так, вон тот чувак меня увидит. Но тут уже без вариантов. Черт. Почему тут нет... G. Плюс один патрон. Смешные. Если вы присядете, врагам будет сложнее вас увидеть. Высокая трава и та-та-та эффективно. Да я понял, а как мне... У них же нету вьюкона, правильно? Да, вьюкона у них нету, но это не мешает. Выбор оружия. Другие услышали, нет? Обыскать. Черт, я про выбор оружия пропустил, да? Как его переключать? Погодите минуточку. Так, ребят, извините, пожалуйста, у меня тут по маленькой технической неурядочке из-за моих кривых рук, наверное. Мы пропустили только что примерно 1,5 минуты геймплея. Я, во-первых, вот на Alt выбирается оружие. Нас тут сейчас учат пользоваться динамитом. И также нам дали ружье. Мы с помощью ружья, вон там, вон только что зафигачили двоих чуваков, приготовили себе похавать. Это все, что вы пропустили. Вот теперь будем смотреть, как измываться над людьми с помощью динамита. Интересно, тут будет как в Desperado, что они могут его откидывать ногой?
Оп. Просто забейте. Я же его бросил по... Ау, больно. Я же его бросил по-нормальному. Зато вы посмотрите, как стрелять из винтовки. Просто сейчас забейте. Я так и не понял, почему я взорвался. Ууу, мстительный дух от Куил. И урон меньше, но боезапас огром... Так, погодите, погодите. Это нужно будет потом рассмотреть. Ну и боевое ружье Гаузер. Посмотрим. Так, вот надо перезарядить. 8. Давайте я сейчас еще приготовлю похавать. Вот все, что мы пропустили. Вот отбивную можно съесть. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. В общем, вся та еда, которая у меня есть, я могу ее тут наготовить. Теперь сказывается то, что я набрал с собой кукурузу. У меня еще и 4 штуки осталось. Очень сильно сейчас налажали. А вот, кстати, пистолетные пули, которые я пропустил, надо быть внимательней. Я такой еще смотрю, а что это кружочек возле меня мигает? Да, насчет того, что я мокрый, можно вот так вот было сделать. Первый раз я именно вот так к ним добрался. Надо будет еще поэкспериментировать с динамитом. Почему это так работает, я до конца не понял. Аптечку, веревку, лопата! Да, хорошо, динамит еще один, потом попробуем. Динамит еще один. Как-то вот вообще печально сейчас вышло, не знаю. Налажали с динамитом. А то можешь сохранить? Сохранить. Новое сохранение. То есть я могу сохраниться прямо здесь. Ну и отличненько. Потому что дальше мы пойдем уже в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.